Сегодня в Павлодаре начался громкий судебный процесс по делу об избиении бывших руководителей футбольного клуба «Иртыш». Инцидент, напомню, произошел в мае, сразу после матча, в котором павлодарские футболисты с разгромным счетом обыграли семейский «Спартак». Когда представители клуба возвращались домой, у лифта на них напали неизвестные. В результате бывший технический директор «Иртыша», 53-летний Болат Искаков, получил тяжелое ранение головы. У экс-гендиректора Иржанова была также черепно-мозговая травма. Вскоре полиция задержала четверых подозреваемых. Подсудимые обвиняются по двум статьям, но вины своей они не признают. Личность заказчика нападения пока не установлена.